ефірі студія «Репортер», мене звати Василь Базавлук. Вже 3 вересня в Одесі стартує 5-й щорічний турнір по художній гімнастиці «Бріз», на який приїдуть понад 300 гімнасток з різних куточків України. Сьогодні радий вітати в гостях студії організаторів турніру з художньої гімнастики «Бріз» Олександру Зінкевич та Олену Ковальчук. Вітаю вас! А також я радий вітати в гостях студії головного суддю змагань Аліну Оксаніч. Вітаю вас! Розкажіть нам про сам турнір, скільки він буде тривати, де буде проходити та чого нам взагалі очікувати. Здравствуйте ще раз. У нас буде проходити турнір нашої любимої сонячної Одеси в школі Машо. Прекрасный зал. Мы специально старались, чтобы это было что-то новое. Это первый турнир в этом зале по художественной гимнастике. Я уверена, что это будет великолепное проведение, потому что масштабы зала потрясающие. И, как обычно, мы стараемся все для детей сделать, чтобы им было комфортно, светло и уютно. Турнир будет проходить 3 дня. Мы ожидаем более 300 участников в этом году. В целом это будет очень интересно, потому что много соревнований дети пропустили, потому что мы в условиях пандемии, так сказать, и, к сожалению, не все могут подготовиться к этому. Вот. Мы трудились, мы старались, дети готовы, я уверена, каждый суперспортсмен всегда показывает свой профессионализм. Я уверена, что каждый справится с волнением и сможет выступить красиво. Это уже 5-й ювілейний турнір, тож які його особливості порівняно з минулими роками та з яких регіонів України будуть спортсмени? Наш турнір об'єднує учасниць різних уголків України. В цьому році к нам приїдуть учасниці з таких городів, як Кам'янська, Харьков, Запорожье, Васильков, ну и также с Одессы и Одесской области. В этом году мы подготовили очень много новинок на нашем турнире. Это будет сюрприз как для участников, так и для нас, так как мы еще не украшали зал, мы сами не знаем, какие будут декорации. Поэтому вы видите все. Як будуть оцінювати виступи учасників, які взагалі є критерії саме у художній гімнастиці? В художественной гимнастике очень много критериев. Одновременно оценивают гимнастку 10 судей, и часть из них оценивает техничность, работу с предметом, часть из них оценивает работу телом, часть оценивает артистизм. У нас очень много, 10 судей одновременно сидит и оценивают гимнастку с разных сторон. И очень важно себя показать на высшем уровне со всех сторон одновременно. На вашу думку, наскільки популярний наразі вид спорту художня гімнастика та як він розвинений саме в Україні? Ну, обороты художественной гимнастики, можно сказать, набираются очень большими шагами, потому что этот спорт действительно очень популярен стал. В каждом уголке района, города можно найти уже клуб, школу. Ну, масштабы разворачивания этого спорта – это очень колоссально, действительно. И сейчас такая интересная тенденция, что дети приходят в спорт, профессиональный спорт, будем так говорить, уже с 3 лет. Они готовятся с 3 лет уже становиться взрослее, в 3. Это действительно, раньше такого не было. Меня привели в 6 лет на гимнастику. Сейчас дети в 3 готовятся уже к стартам. У них полгода, чтобы выступить первый раз. И они в 5 набирают уже очень колоссальных оборотов. Я считаю, что это действительно потрясающе. Щорічно одесити займають призові місця на турнірах різного рівня. Які ваші очікування від одеситів на Бріз? Ми вважаємо, що мы активно готовились к этому турниру. Мы являемся одним из представителей Одессы и Одесской области. Мы активно готовились, детки старались, и я думаю, что каждый готов показать себя на высшем уровне. Так же самое и участницы из других команд, ну а победительнейший. Майданчиком для проведения турниру цьогоріч слугує Международная академическая школа Одесса. Оцініть матеріально-технічну базу, на вашу думку, чи зручно там буде, як спортсменам, так і їх батькам, та і глядачам взагалі? Да, зал чудесний, потрясающий, просторний, очень светлий.
В зале есть очень много преимуществ. Правда, для гимнастики это очень хорошие условия. Есть трибуны для зрителей, сам по себе зал выглядит действительно очень сильно красиво. Расположение вблизи моря, так как к нам приезжают команды из других городов, то это очень здорово, когда рядом есть море, и можно не только посоревноваться, но и поехать отдохнуть. Взагалі, чи складно організовувати змагання такого рівня наразі в Одесі? Та взагалі, які відгуки кожен рік ви чуєте від учасників, від їх батьків, від глядачів щодо турніру? Ну, так как это пятый турнир, мы становимся опытнее, мы становимся более подходить ко всем вопросам качественно. Мы же все-таки и за безопасность здоровья, и за красоту всегда учитываются факторы для детей, чтобы было комфортно, чтобы было тепло, чтобы было пространство больше, чтобы каждый мог показать себя на высшем уровне, а для этого нужно много места, для этого нужно действительно простор. Вот, я считаю, что все справятся. Я знаю, що наші одеські художні гімнасти мають дуже велику кількість перемог. Взагалі, куди ви їздили протягом цього року, протягом 5 років, які нагороди є, де були, як представляли не тільки місто, а й Україну? У нас було кілька поїздок за границю. Це була Вена, це була Польща. И у нас дети занимают призовые места. Это очень было страшно для детей, потому что они маленькие, как они перевозят, переносят переезд. И вообще в целом другая страна, другой язык. И вообще это было достаточно рискованно. Но на самом деле, так как они уже воспитываются с 3 лет слишком профессионально, они справились действительно с этим очень хорошо. И такие, как крупные города Днепр, Запорожье, это частые гости, которые... Мы являемся гостями этих городов, которые устраивают большие турниры, и мы на них всегда готовы участвовать. Пані Олено, чим привабливий сьогодні цей вид спорту, та чому варто віддати дитину саме на художню гімнастику? Он красив тем, что это очень зрелищный вид спорта, это очень масштабный вид спорта. Любая девочка в детстве хочет побывать... Ну, в принцессой, и художественная гимнастика дает ей такую возможность, эти красивые купальники, макияж, гульки, ну и, конечно же, лента, обруч, булавы, все эти предметы, они не могут не притягивать внимание детей, взрослых и зрителей. Взагалі, художня гімнастика – це вид спорту для дівчат. Чи були такі випадки, що хлопці ось дуже бажали займатися художньою гімнастикою? Насчет мальчиков не знаю, но у нас тренер Олександра Геннадівна, це її мечта набрати мужську художню гімнастику. Ну, в нашій країні, в нашому регіоні поки це не розвит. Я знаю, що активно розвивається в інших країнах, в Іспанії розвивається мужська художня гімнастика. Можливо, коли-то це буде навіть олімпійським видом спорту, також мужська художня гімнастика. Хто знає, час покаже. А взагалі батьки ось в Одесі, в регіоні, є такі запити на те, щоб хлопця віддати на художню гімнастику? Були. Уже були навіть виступаючими, були свідчителями, як мальчик гордо, достойно виступав і соревнувався на рівні з дівчинками. Ну, так. Это была, конечно, диковинка, но это новинка, и люди не привыкли такое видеть. Но действительно, когда ты оцениваешь, что происходит за границей, то есть они действительно развили спорт этот уже очень активно, нам это, конечно, немного чуждо, но я думаю, что не придется долго ждать. Зараз, на жаль, мы продолжаем жить в складный период световой пандемии. Чи впливає це якось на якість та результати виступів наших гімнастів? Однозначно, отчасти... Все оставляет свой отпечаток. Сейчас спорт двигается в таком направлении, в котором бы он, скорее всего, не двигался, не будь этой ситуации. Сейчас мы недавно совсем поучаствовали в онлайн-турнире по художественной гимнастике. Такого никто никогда не знал раньше. Сейчас все придумывают, как поддержать спорт. Спорту тяжело, спортсменам тяжело. В условиях домашних тренировки на минимальном уровне могут пройти. Спортсменам достаточно тяжело, но все ищут какие-то возможности. Мы совсем недавно поучаствовали в таком турнире. Очень удачно поучаствовали. Это один из крупнейших турниров в мире для деток младших разрядов.
Мисс Валентайн. Он в обычных условиях проходит в Тарту в Эстонии. В этом году он состоялся в онлайн-формате, и это было очень интересно, очень по-другому, это было что-то новое, и мы с гордостью можем сказать, что мы добыли для Украины 15 медалей. Детки постарались, мы тоже постарались вместе с ними. Вже 3 вересня починаються турніри. Взагалі є якісь у вас очікування, передбачення, хто все ж таки займе таке перше командне місто, можливо, яка область є найсильнішою в цьому виді спорту? Чи, можливо, якось інакше буде? Ну, безусловно, тяжело предсказать такі моменти, тому що у нас личний вид спорту більше личний, ніж командний. И детки выступают все, каждый показывает себя с лучшей стороны, и каждый достоин бороться за победу. Также у нас детей награждают в разных возрастах и в разных категориях, то есть у нас получится не один победитель, а будет отмечен сильнейший в каждой возрастной категории, будет отмечен отдельным подарком. Также всем деткам мы приготовили эксклюзивные ювелирные украшения, которые являются подарком на нашем турнире, и отдельные призы для лучших из лучших, так сказать. Вот. Поэтому все будут отмечены, кто будет лучшим в своей индивидуальной категории. То без уваги не залишиться никто. Да. Дякую вам за сьогоднішню бесіду. Бажаємо вам вдалого проведення ювілейного турніру з художньої гімнастики «Бріз», який буде проходити з 3 по 5 вересня у стінах Міжнародної академічної школи «Одеса». Нагадую, що гостями студії були організатори турніру з художньої гімнастики «Бріз» Олександра Зінкевич та Олена Ковальчук, а також головний суддя змагань Аліна Оксаніч. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові, займайтесь спортом та залишайтесь з репортером.